гостиница «Даниэль». Все гостиницы здесь большие. Вот это вот спа, гостиница. Чуть дальше оазис. А это Даниэль. Тоже гостиница не маленькая, средняя, обычная. Вот подъезд такой гостиницы, но здесь очень крутой спуск. Есть по ступеньках, а есть просто, конечно, для машины за спуск такой. Тоже вот такие вот балкончики. Вот это вход в гостиницу. Вот такая вот гостиница. Здесь есть прозрачный такой лифт, который поднимается в ходе. И сейчас здесь в гостинице танцы. Люди танцуют, веселятся. Вот такая вот гостиница. Здесь музыка, я не хочу заснимать. Вот так вот эта гостиница смотрится. Как бы с первого этажа, а внизу там есть бассейн и, конечно, спа. Вот здесь вот лифты находятся. Тоже там спортивный зал вот, и разные вот игры. Вот столовые видно. И, конечно, бассейн. И спа. Вот так вот. Такой вот здесь лифт. На высоту до 10 этажа поднимается. Лифт прозрачный, и вот здесь вот видно номера. Здесь на 10 этаже находится солярий. Сейчас, конечно, он закрыт. Вот так это все смотрится. Вот так вот смотрится здесь бассейн. Бассейн среднего размера.
потому что все-таки гостиница это не маленькая. Гостиница «Даниэль». Здесь вот тоже люди сидят, отдыхают на воздухе, рядом с гостиницей. Вот это еще одна гостиница. Вот это, по-моему, новая гостиница. Я ее не помню. Здесь есть вот такие вот фонтаны. Сейчас погода очень хорошая, стоит прохладненько. Очень приятно. И обдувает небольшой ветерок. Вот я смотрю, здесь есть вот спуск к бассейну. Вот так вот все это смотрится. И вот гостиница «Даниэль». Вот фонтанчик прохладу дает. Вот здесь это еще один игральный зал. Здесь люди сидят, отдыхают, играют в карты, в шашки, шахматы. Вот здесь вот проходят всякие мероприятия, танцы. Но здесь есть еще один зал. Но в основном вот здесь более открытое такое помещение. Там в другом зале дают концерты. Пальмы растут в катках. Вот так вот выглядит эта гостиница. А здесь продают добавочные напитки. Сейчас просто уже поздно, все закрыли.
Рега. Люди поднимаются в комнаты. Вот на таком вот лифте. Так вот все смотрится. Вот так вот выглядит гостиница «Даниэль». А вот это рядом с ней спа-клаб. И здесь вот через дорогу море уже. Вот здесь вот целое такое. Очень красиво сделали поляну. И вот с той стороны. И здесь так красиво, прям целое поле такой петуний. И они, главное, разного цвета. Вот здесь вот я смотрю белые, там были бордово-сиреневые, а здесь вот красные, ярко-красные. Так красиво смотрится. А вот эта вот гостиница «Оазис». Это вот рояль. Здесь гостиница один рядом с другой. А вот это розовые петуния. Прям целые, так идешь и бесконечные. Очень красивые. Ковер такой вот из петунии. Очень красиво смотрится. Сейчас они цветут просто необыкновенно. Вот он, гостиница «Оазис». Здесь вот снова сиреневые, такая сиренево-бордовая петуния. Это гостиница «Рояль». Тоже огромная гостиница. А вот это «Ганим». Она, конечно, значительно меньше. Вот всю дорогу вот так вот растут везде цветы, причем очень красиво. Целые ковры из цветов. Ну и, конечно, пальмы.